Наше повествование. Дело в том, что этот год немножко нелегко дался жителям юга Израиля и прочего. Но вот во время таких событий, к сожалению, с периодичностью в год-полтора происходящих в нашей стране, пишутся песни, вот, про которые, ну, которую одну из них мы вам сейчас покажем. Называется она «Жаркий август», почти как сегодня у вас.